Мальчика не спасли. Жуткая трагедия в семье Наташи Королевой. Родная сестра певицы потеряла маленького сына. Несмотря на то, что несчастье случилось много лет назад, Наташа Королева не может сдержать слез, вспоминая тот день, когда она узнала, что ее племянника больше нет. Поклонники Наташи Королевой прекрасно знают, что у нее есть старшая сестра Ирина. В начале 90-х девушка была невероятно популярна в Украине. Выступая под творческим псевдонимом Руся, сестра Королевой гастролировала, давая по несколько концертов в день. Но восходящая звезда была вынуждена прервать свою успешную карьеру из-за болезни сына Вовы. Маленький наследник Ирины и ее мужа, композитора Константина Осауленко, страдал ДЦП. Супруги переехали в Канаду, надеясь там заработать денег на лечение малыша. Врачи нам говорили, что у него нарушены все функции, и когда он начнет взрослеть, природа просто убьет его, рассказала в эфире программы «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым сестра Наташи Королевой Ирина Осауленко. Но мы не хотели верить в это, что с нашим сыном может произойти самое непоправимое. 11 лет семья боролась за жизнь Володи. Мы были как раз на гастролях в Канаде, и Ира с Костей пришли к нам на концерт, вспоминает Наташа Королева. И мне звонят из Киева и говорят: «Наташа, Вовы больше нет. Мало того, что мне надо выйти после этого на сцену, надо еще сказать матери, что ее сын умер». Я тогда вышла и спела песню про ласточку. Так у Вовы на надгробной плите и написано: «Ласточка, ласточка, ты передай привет».